вас в творческом центре Москворечья. Сегодняшний концерт проходит в рамках международного молодежного музыкального фестиваля конкурса исполнителей на классических инструментах «Музыкальное восхождение». Проект поддержан Департаментом культуры города Москвы. Фестиваль проходит в формате ежемесячного музыкального абонемента классической музыки в форме концертов и мастер-классов. По традиции, сложившейся на нашем музыкальном фестивале, решение о присуждении наград принимаете вы, наши уважаемые зрители. При входе в зал вы получили анкету для голосования. Каждое выступление участников оценивается по 10-бальной шкале. По окончании концерта анкеты будут переданы в оргкомитет фестиваля конкурса для подведения итогов. Сегодня мы представляем второй концерт в рамках нашего фестиваля конкурса, в котором мы познакомимся с творчеством великих композиторов. Мы его назвали «Композиторы, кто они?». Фредерик Шопен – композитор, пианист, педагог, родоначальник польской музыкальной классики. Глубоко национальное и подлинно народное творчество Шопена – уникальное явление в истории музыки. Ограничив себя почти исключительно рамками фортепианной музыки, он сконцентрировал в ней разнообразнейшие и наиболее перспективные художественные тенденции своего времени. Он возродил на романтической основе жанр фортепианной миниатюры. Прелюдии, мазурки, вальсы, полонезы стали подлинными шедеврами европейской музыкальной классики. Шопен впервые обратился к жанру инструментальной баллады, создал замечательный образец романтической фантазии, превратил в самостоятельный жанр скерца. В его фортепианных произведениях глубина и искренность чувств сочетается с изяществом и техническим совершенством. Шопен, экспромт фантазии, исполняет Анастасия Махамендрикова, фортепиано. Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Преподаватель Наталья Богданова. Thank you.